Здравствуйте. Как вас зовут? Здравствуйте. Очень приятно в ответ. Что вы делаете? Я дописываю платок. Очень ярко, очень красиво. А, вот так вот. Декоративно. Смотрелся. Угу. О, здорово, эти ваши перцы. Матвей, это ваше, как называется ремесло? Письмо по... Это, как бы, скорее всего, занятие, да? Да, занятие. Ремесло. Вот, потому что я делаю все-таки штучные вещи, и на ремесленный поток не стал. Ага. Вот. Ну, эти авторские работы, скажем так. Да, ну, это, в общем, просто роспись по шелку. Роспись по шелку. Да. И как давно вы это начали делать? Лет 10, наверное. Ого, здорово. Почему именно роспись по шелку? Что вас в этом так притягивало? Ну, во-первых, это достаточно легко просушивается все. Не требует, как масляная живопись. Чего-то громоздкого. К тому же это еще и продается, и приносит деньги. Ого, здорово. Два в одном, бинго. Ясно. Как вы все это делаете? Вот сейчас вы ставите золото, да? Это как бы последние штрихи, скажем так. А вы вот натянули, правильно? Этот платок, батик или шарфик, скажем так. Угу. Натянули все и расписываю, как мне. И начинаете просто красками расписывать все это? Угу. И на платок сколько уходит, например? Это зависит от цены, которую я выбрал, от настроения и вообще. Да все у вас размер очень... платка. Угу. Ну, вот этот, скажем, сколько времени вы его сделали? Это за часа 4, наверное. Ага, то есть нон-стоп работы, вот вы начали его рисовать за 4 часа. Здорово. Я не знаю, если кому может больше. Перцы такие красивые. Ясно. Вот, например, другой платок, тоже ручная работа, роспись. Вот он натянут. И сколько они сушатся? Ну, вот на краске быстро сушим достаточно. Тем более на тонком шелке. Ясно. Если не какая-нибудь сырая погода с 90% влажности, то быстро же. Отлично. Вам это от 1 до 10, сколько, насколько вам это нравится делать? От 1 до 10? Да. Иногда меня тошнит от этого, а иногда я просто в восторге. Здорово. Ну, значит, как минимум 7 будет, да? Не знаю. Нет? Наверное. 10 и 1. Ну, ладно. Спасибо огромное.